Привет всем, благослови всех Господь и сохрани всех Господь. Сегодня вот тоже хотел еще поговорить. Вот человек покаялся, принял Иисуса Христа, начал верить в него, начал посознал свои грехи и идет к нему, да. И теперь просто я хотел бы просто поговорить и тоже здесь ну, нашел пару мест. Что от нас ожидает Бог как после покаяния? Что дальше? Какое, какие наши дальнейшие действия, чтобы дальше служить Господу? Да? И вот что я нашел. Первое: да. Ежедневно читать Библию, чтобы лучше узнать Христа. Каждый день просыпаться, или когда на паузе, или когда мы хотим телевизор смотреть, надо читать Библию можно музыку прославления включить, и вот мне помогает, и читать Библию, наполняться, думать. Бог в Библии говорит, вы думаете, когда вы сердцем думаете, ищите меня, я буду прилагаться к вам, ну, приходить к вам. Слово твое, светильник, ноге моей, и свет стези моей. Псалом 118-105 стих. Все писания Богу духов... Дух вену и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу, те, делу приготовлен. Второе Тима, Тимотеус, 3 глава, 16 стих. Так, вот второе, что стоит. Второе. Разговаривать с Богом в молитве каждый день. Библия говорит, и все, чего не попросите в молитве, с верою получите. Матфея, 21 глава, 22 стих. Все, чего мы будем молиться, да, ну, в вере, конечно, с Богом, когда идем, молитва искренне и вы получите стоит, да, там, в Библии тоже стоит. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Мы должны перед Богом открыться, молиться, что мы хотим, чтобы Он познал нас. Но ну, Он нас знает, но мы должны Его познать. Третье, стать частью церкви. Ну, нам надо тоже, как говорится, частью церкви. Это тоже хороший момент, чтобы были тоже знакомые, кто общается, с кем может Богу приходить, кто ну, так же думает, это очень важно. И очень важный момент тоже в этой всей истории, да, просто самое главное, конечно, чтобы личные отношения с Богом были. Потому что если их не будет у человека, да, он может потеряться. Если там будет зацикливаться на человеке. Конечно, нам надо общение, Бог это мучит все. Но все равно мы должны понять, что среди мною и Богом должен стоять Иисус Христос и к Нему бежать, наполняться и от Него ждать ответа. Потому что если мы будем зависеть от человека, это будет очень большая проблема. Но, но вот насчет все равно, вот здесь стоит в Библии пару писаний, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение для анолога. Ну, должны вместе как находиться, молиться, конечно, это очень хорошо. Слово Христово, да, вселится в вас обильно, со всякой премудростью. Научите и выразумляйте друг другу псальмами. В Библии стоит. Пусть слово зайдет в вас и учите друг друга, рассказывайте про Бога. Четвертое. Рассказывать другим о том, что сделал для вас Христос. Это даже Иисус в том примере, когда он выгнал с одного, одержимый человек был, он выгнал с него этих бесов полностью, да, и он в себя пришел, и потом Иисус говорит, ну не Иисус, говорит, тот одержимый его спрашивает, Иисус, я хочу с тобой идти, он говорит, нет, иди впереди, расскажи, что с тобой произошло, да, и здесь опять же такой пример, вот Римлянам 1 глава, 16 стих. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Вот так, да, надо идти. Ну, короче, если все вместе взять это, да, просыпаешься, молишься, идет, идешь к Богу. И самый главный момент во всем этом удалить все из дома, что не славить Бога. И опять же сделать так, что все в доме славило Бога. Не то, что там, там все убрать, ну, чтобы, например, если телевизор смотришь проповедь, или там музыку включи, или молитву, и так же с детьми, например, сын сейчас, я тоже думаю, лучше христианские мультики, Библию читать, и, и с женой молитва, и, и каяться где-то из неправильности, идти за Богом, ждать от него ответа, и молиться каждый день, да, чтобы наполняться, это очень важно, да, чтобы мы искали Бога везде. В Библии очень часто «Ищите меня, я откроюсь». Особенно после покаяния надо искать его. И стараться с мирскими проблемами. Даже вот бывает, слушаешь человека, там полчаса его ж не проблема или больше, и понимаешь уже все у тебя там, ему объясняешь про Бога, про покаяние, но где-то там заряд должен быть, из-за этого заряд молитва, вот это, конечно, Слово Божие читать, начинать с Матфея можно, может другую главу Откровения, ну просто читать, наполняться, и там откроется и все. И это очень важно, да, чтобы идти дальше. Конечно, первое, вот читать Библию, чтобы узнать Христа, второе, в молитве быть разговаривать с Богом каждый день. Ну это молитва Библия, это вместе связано. Третье стать, стать чтобы у нас знакомство было, чтобы мы вместе поддерживали как христиане и шли. Ну конечно у нас самый главный источник это Иисус Христос. А, Четвертое рассказывает. Ну вот такие моменты, что мы должны делиться с людьми и идти, конечно за Богом во всем. Но давайте помолимся, да, чтобы все Господь, просто сейчас в данный момент, я знаю, многие люди после покаяния, они даже не поняли, что произошло, и сатана разрушил это все, и дальше идет, как это, ну, что не хочет, чтобы они дошли до конца до Бога, чтобы разрушенные были. Из-за этого Пусть откроется им твой путь, убери все нечистое с их жизни, пусть пускай твоя благодать придет, твоя сила, твой разум, твоя любовь, твоя мудрость, и чтобы люди шли за тобой, чтобы они видели тебя, чтобы у них открыты были глаза на тебя, да, чтобы вот это все мирское ушло у них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С Богом идти очень хорошо, потому что с Ним единственный выход да, в любой ситуации. Надо наполняться им, жить им, слово практиковать, молиться, знаешь, знаете, это очень, очень важный момент, потому что бывают какие-то вещи там, ты, ну, в плохое состояние, или что, всегда доверять Богу, Он выведет с любой пустыни, да. Все, благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь.